видеорепортаж. Там как гимнастки идут на станок. Но не работать, а просто фотографироваться. Все цари, когда приезжают, они здесь просто фоткаются. Гулять так гулять. Идем дальше. Нам сказали, что на том станке, которым мы фотографировались, он был не самый большой. Нам обещали вжить самый большой станок. Так что продолжение приключения гимнасток на заводе продолжаются. Не, ну так не порежешь. А если просто руками тянуть будете, берите. Она чистая. Всеми руками не ведите, чтобы не порезались. Не, ну это вроде как бы и нет. Эти фотосессии с, как они это назвали, отходами, но на самом деле это для нас настоящие сувениры, но их забрать не разрешили. То мы идем, продолжаем дальше, смотрим, тут был это огромный рентген. Рентген для того, чтобы просматривать детали в трещинах и потом снова эти детали переплавлять. Здесь будет хоть этот самый вид у вас, ну вы увидите. Если так, оно не видно, а на фоне человека вы сразу... Лопасть здоровая. А лопасть для чего? Для корабля, наверное? Не корабли, вот это ж крутит воду лопасть. Да, это будущее турбины. Будущее турбины. Гидроэлектростанция? Мы корабли не делаем. Мы делаем турбины. Вон полотна уже перемещают. Получается, здесь темновато. Полотна передвинули, по идее, мы уже должны были отфотографироваться, но экскурсия по турбоату продолжается. Мы каждый день видим, да? А такую фигню. Да, и фигню, на которую, когда вам разрешают залезть на самый большой станок этого завода. Ну так он тебя спрашивает, ёлки-палки. Так, ну, дальше, наверное, сделаем паузу. And we're done.